Иногда мы сами становимся горе для своего счастья, как говорится. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем все-таки внимательны на дорогах. Ну а если вам хочется полихачить, для этого есть специальные места и, оказывается, специальные гоночные машины. Ну а более подробно я предлагаю узнать об этом из сюжета Александра Кононова. Кольцевые гонки – это то, о чем мечтают многие мужчины. Скорость, яркая мигающая приборная панель, рев моторов, визг шин – одним словом, настоящий драйв. Андрей занимается этим спортом не первый год, но по-прежнему считает себя любителем среди любителей, несмотря на многочисленные награды. Для него движение – это образ жизни. От скорости я получаю адреналин, тем самым оно дает мне новые ощущения, которые я испытываю каждый раз, сев в машину. В детстве Андрей, как и все дети, мечтал о профессии моряка и космонавта. Гонки пришли в его жизнь по стечению обстоятельств. Сев за штурвал мощного автомобиля, он понял, что это станет для него делом всей жизни. Был выбор, либо это драг, либо дрифт, либо кольцевые гонки. Взвесив все за и против, что мне больше нравится конкретно в управлении машиной, то есть я выбрал кольцевые гонки. Свою мечту он собирал собственными руками, буквально по частям, вместе со своей командой, контролируя каждый винтик. От нюансов зависит личная безопасность. Объем двигателя 2,4 литра. Под капотом здесь находится 600 лошадиных сил. Половина оборудования здесь не поместилась, поэтому его перенесли в заднюю часть автомобиля. В автомобиле доработан почти каждый навесной элемент, а каждое отверстие в бампере имеет свое назначение. В этой машине нет ничего лишнего. Части кузова и приборы подобраны так, чтобы машина соответствовала всем нормативным параметрам. В данном авто очень много систем безопасности, начиная от пожаротушения, заканчивая размыкателем массы, четырехточечных ремней, болтового каркаса безопасности. Остается только протестировать, как эта машина ведет себя на дороге в чужих руках. Я сейчас тоже попытаюсь ощутить автомобильный драйв и прочувствовать весь адреналин на себе. Это были непередаваемые ощущения, гораздо лучше, чем за компьютером. Советую и вам попробовать, если у вас, конечно, получится. Управлять такой машиной – дело не из легких. Автомобиль имеет много точных настроек, которые зависят от конкретной гоночной дисциплины. Но опускать руки не стоит. Все навыки придут с опытом. Александр Кононов, Роман Ананьев. Утро нового дня.